День, друзья, сегодня жарчайший день просто. Я вообще с этой шляпой, просто невероятное солнце, невероятная жара. Но когда ты в тенечке, такой ветерок, который тебя обдувает, очень хорошо. Мы сегодня держим путь в ботанический сад Торонто. Сегодня день открытых дверей, можно было посетить очень много разных интересных мест. Но, к сожалению, мы планировали поехать на остров возле даунтауна Торонто и увидеть аэропорт Бишоп, который, в общем-то, считается таким городским маленьким аэропортом, очень интересным. Оттуда открывается с этого острова очень красивый вид на даунтаун Торонто. Но, к сожалению, метро сегодня не работает, и поэтому сегодня эта поездка отменилась. Поэтому мы приехали сюда. Надеюсь, мы получим не менее интересное впечатление отсюда. Итак, давайте посмотрим, что интересного у нас есть в ботаническом саду Торонто. Привет, друзья! Сегодня мы собирались выбраться в ботанический сад. Вообще, сначала мы хотели в другое место ехать, но, в общем, оказалось, что метро не работает сегодня. Сегодня вообще такой день открытых дверей во все достопримечательности Торонто, в музеи, в парке национальные и так далее. В общем, так как мы хотели ехать на остров, который находится возле даунтаун Торонто, мы хотели посмотреть аэропорт, Бишоп Аэропорт. Очень интересное, популярное место. Но, в общем, для того, чтобы туда доехать, нужно было ехать на метро. Метро сегодня не работает. Поэтому мы решили, уже все равно мы собрались, оделись и сидели практически в машине. Мы решили, вот какие цветочки красивые, как вот так вот прям растут. Вот, мы решили поехать в ботанический сад. И пока мы, в общем, не там свернули, припарковались, получается, сзади.
как бы с заднего входа, с заднего прохода. Вот, ну, в общем, с задних дворов зашли мы. Оказалось, что здесь просто торонтовский, просто как парк такой, и надо до туда дойти еще, но мы не соображаем, как туда дойти, но, в общем, в любом случае мы гуляем. Очень красиво, но сегодня страшнющая жара, влага и страшная жара, 30 градусов, но я думаю, что ощущается как 35, потому что очень жарко. Поэтому мы рады, что здесь много деревьев и тенька, но все равно для прогулки, конечно, жарко, поэтому хотелось бы, конечно, в какое-то крытое помещение пойти. Называется «Зимой жалуемся, что холодно, летом жалуемся, что очень жарко». Вот, ну, в общем, поэтому вот как-то так. Можно поехать здесь наверх? Показываем все достопримечательности. Смешные. Ну что там, Адоша? Just a tent with nothing inside. Thank you.
Ну что ж, вот и закончилась еще одна прогулка по одному из великолепных мест, которое стоит посетить, с приятным воздухом, ароматами, и сирени сейчас, и даже мне ландышами казалось, что пахнет. Конечно, если бы не сегодняшняя жара, это было бы вообще просто незабываемое путешествие. Очень красивый садик, очень красиво, красивые растения, так приятно. И вот когда ты стоишь в тенечке, и ветерочек так поддувает, очень-очень приятное ощущение. Так что вот и еще одно путешествие мы сделали, изучая Торонто. Ботанический сад Торонто.